Новочеркасске сегодня хоронят морского пехотинца Александра Пазынича, который погиб в Сирии во время операции по поиску и спасению экипажа нашего сбитого бомбардировщика. Уже состоялась церемония прощания. Позже морпех будет предан земле на Аллее Славы на городском кладбище. Указом президента Пазыныч посмертно был награжден орденом мужества. Проститься с боевым товарищем пришли его сослуживцы и представители командования. Он 10 лет своей службы отдал воздушно-десантным войскам. Был настоящим десантником и по нутру, и в действиях. Надежный товарищ, опытный, к нам в бригаду он пришел уже с опытом службы. Служил в спецназе, поэтому свой опыт передавал молодому пополнению, своим ровесникам, товарищам. Отзывчивый, всегда на него можно было положиться. А в Хабаровске сегодня почтили память погибшего летчика Олега Пешкова, которому посмертно было присвоено звание Героя России. Он был застрелен боевиками после того, как катапультировался. Люди собрались у монумента «Черный тюльпан» и после минуты молчания возложили цветы.